Чешская полиция в ходе масштабной операции задержала ближайшую помощницу премьер-министра страны и несколько других высокопоставленных чиновников. В ходе экстренного вечернего заседания правительства его председатель Петр Нечес заявил, что не располагает никакой информации о том, что его советница по связям с общественностью и средствами массовой информации Яна Надьева занималась чем-то нелегальным. Начавшиеся в среду и продолжившиеся в четверг рейды по кабинетам высокопоставленных чиновников правительства не имеют аналогов в новейшей истории Чехии. В них участвовали 400 полицейских и бойцов элитного подразделения по борьбе с коррупцией. В мэрии Праги полиция затребовала документы по десяткам контрактов, в том числе договору на вывоз мусора на сумму в 1 миллиард чешских крон. По данным прокуратуры, преступная коррупционная сеть, занимавшаяся строительными и другими тендерами, охватила не только Прагу, но и целый ряд других чешских городов, включая Кладно. Крупнейшая оппозиционная социал-демократическая партия Чехии уже призвала кабинет Нечеса уйти в отставку.